РФ обжаловала решение суда по долгу Януковича. Рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года. Компания The Lloyds Venture Trust, представляющая интересы России в деле о долге Украины на 3 МЛРД, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение апелляционного суда Англии. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ. Апелляция подана на доводы Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года. Напомним, 14 сентября суд Лондон удовлетворил апелляцию Украины по долгу на 3 миллиарда долларов перед Россией, постановив, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы Украины. В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на 3 миллиарда долларов на нерыночных условиях. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций, 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа, 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта news.com.